Значит, здравствуйте всем. Сегодня поиграем в All the Mod 9. Вот. А перед тем, как начать, поставьте лайк, подпишитесь на канал, комментируйте обязательно. Вот. Да кому я говорю вообще? Значит, второе. Во-первых. Значит, какие моды хочу, такие ставлю. Во-вторых, это во-первых. Во-вторых, какую конфигурацию хочу, так и меняю конфигурацию. Это во-вторых. В-третьих, да, в-третьих, как хочу, так и играю. Понятно? Дебилы, блядь. Йо-го-го-го-го. Ой. Дипломат, я хороший. Так, погнали. Значит, пока у нас загружается там кое-что. Да, пока еще. Ой, сколько много еще загружаться. Ой, как долго он будет загружаться. Очень далеко долго будет загружаться, кстати. Мы поиграем All the Mods. Значит, создать новый мир. Во-первых. А модов много, кстати. И он будет это самое подвисать немножко. Так сказать, не все мне ванильную Майнкрафт играть-то. Ага, написано Preparing the World Generation. Он, типа, создает мир, но немножко подвис Майнкрафт. А 500 чего? 518 модов? Загружено. Йоу, сколько много, кстати. 518 это много модов. А, написано Responding. Давайте подождем, пока он Responding будет. А, я забыл микрофон включить. Надеюсь, я говорю, что Сидом повезет нам. Так, ну что, кошка, ты покушала, Маша? Да, покушала? Да, я с своей кошкой разговариваю, кстати. Ой, я ее покормил. Сейчас пойдет спать кошка. Ждем, пока оно сгенерируется.
Так, сгенерировалось. Ля. Короче, да. Значит, что там дальше? Датапаки мы знаем. Эксперимент. Датапаки что у нас? Окей. Ставим тоже. Все датапаки. Фильме мне играть в этот самый, как его называется-то, ванильный Майнкрафт или в Satisfactory? Надо поиграть во что-то другое, как говорится, в разные игры. Надо играть. Чтобы было бы это самое интереснее. Вот, допустим, я буду играть в Life is Strange. Не True Colors. Не про этого Хлою. А вот, допустим, вот выйдет игра. Вот буду играть в эту самую, как его, которая выйдет новенький, Life is Strange. Вот в нее буду играть. А, и кстати, Satisfactory еще будет. Вот, 1-0. Вот и в Satisfactory 1-0 поиграем. Кстати, ну-ка. А почему так? Просто что-то с освещением не очень-то. Прямо мне в глаза светит. Как там было это, ребята? Выключай! Что ты светишь? Вот. Так же самое, то самое, вот. Что-то он слишком задумался. Так я тут еще, ребята. Здравствуйте, я еще тут. А, вот. Оно прогрузилось полностью, наконец-то. В гейм-рулах. Я не знаю, что в гейм-рулах менять, ребята. Я ничего не буду в гейм-рулах менять. Подожди. Может быть, только поменять, знаешь что? Процент спящих. Правда, я буду один играть. Ну ладно, давайте процент спящих поменяем на 50, допустим-то. И respawn location 0. Но ведь мы не умирать не будем, не будем. Ладно. Что там еще надо? Где это было? Пум-пум-пум. Где это? После смерти сохранять инвентарь, конечно. Но мы ведь умирать не будем ведь. Тут артефакты. Дэмидж артефактом. Ладно, не буду я ничего менять. Давайте создавать мир тогда. Погнали создавать мир. Кстати, надеюсь. Ух ты, как камера лаганула. Почему так камера лагает-то сильно? Что с ней не так? Надеюсь, мир загрузится быстро. Или не быстро, я не знаю, как он будет загружаться. Я, кстати, один мод. Что с камерой не так? Кстати, я один мод. Ой-ой. Один мод я на
как говорится, не нашел, а посмотрел, что есть такой мод или нету. А потом удивился, очень сильно удивился, что этот мод обновили. Кстати, ребята, я просто сильно удивился. Мега сильно удивился. Я был удивлен. А, 100%, да? Пошли, веб-групп. Зафиксировать. Веб-групп тоже надо зафиксировать у меня тут. А то веб-камера что-то, я не знаю. Я могу такое делать, кстати. Я маг, ребята. Как вам такая магия, ребята, рептилий? Вот. Написано 100% загружено, но он генерирует мир. Блин, надеюсь, повезет нам. Давай же. Генерируй. Генерируй негенерируемое. Что-то он долго. Не? Главное, чтобы сейчас меня не замочили бы. Боже, а я хардкор включил? А? Блин, если я хардкор не включил. Или это самое, как его называется-то? Главное, чтобы сейчас меня никто-то не замочил. Ой, хардкор включен у меня. Здравствуйте. Так, генерация мира произошла. Ядрит колотит, там какой-то кратер. Здравствуйте. А звук почему нету? А есть звук. Пожалуйста, а как спуститься мне вниз? Я понимаю, что... Подожди. А что у нас по options, по видеосеттингам? 32, ты чё, дурак? 32. Ага. Конечно. До свидания. 32. Чанка генерировать. Ты чё? Блин, а как мне спуститься-то вниз? Ага. Я понял. А что так лагает очень сильно прямо? Он сильно лагает прямо. Прямо невыносимо лагает. Подожди. Options. Вот это. Монохромная. Тоже включить. Надо было язык поменять, кстати. Надо было раньше язык поменять. Сейчас он все зависнет, да? На полгода. Вот я боюсь больше всего, что меня сейчас замочат. Вот таким вот образом. Когда я буду стоять в АФК, типа вот что-то загружать, перегружать, и меня замочат. Но еще есть, конечно, проблема. Второй страх у меня. Это дракон хаоса. Но правда, против него есть, надеюсь. Кстати, до Энда надо мне разжиться тотемом. Обязательно.
Подожди, это ведь, надеюсь, не показывается? А, это не показывается. Это хорошо, кстати. Я думал, спалил я, что я загружаю только что. Оказывается, нет. Окей, язык. Вот видишь, зависло опять. О, окей, растет все. Так, микрофризы проходят тут. Опа-на, жители. Ой-ой-ой. Жители, подожди, а я их могу подобрать? Подожди. Ой, shift там. Нет. О, я могу подобрать жителей. Тут изи виллиджер есть. Подожди. Подожди, а тут есть это? Ой, тут есть штуковина, которую можно быстро копать. Скапывать эти предметы. Так, делаем верстак, во-первых. Во-вторых, делаем палки. Делаем крафтинг тейбл. Ой, не крафтинг тейбл, да. Делаем. Так, топор это. Пошли. Так. Пожалуйста, это что за буровая труба? Ты чё, дурак? Буровую трубу использую. Ой. Здравствуйте. А вы будете... О, ёб твою. А вы кто? Здравствуйте. Жрец? Здравствуйте. Ага. Зелье исцеления. Книга заклинаний. Изумруд. Чего? Ага. Подожди, мне он даст пиздюлей ведь, да? Да, он даст пиздюлей мне. Он идет сюда, чтобы дать пиздюлей мне. Эу! Железный! Так, мне нужно железо добыть для начала. Молодец. Ура, у меня железо есть теперь. А, почему зависло? Алло. А я знаю даже, почему оно зависает все. Потому что он загружает игру, да, мне? Ага. Понятно, почему оно загружает. Ой. Давайте остановим. Давай остановим. Да. Вот так вот намного... Ой, не намного лучше стало, но... Ладно. Пожалуйста, сколько у меня там? Один этот самый житель. Почему столько много тут жрецов? Да, я хочу подобрать одного дядю. Shift. Shift. Вот, подобрали. Мне нужно их двое. Так. Кстати, мне нужно их побольше. Может, ух ты. Подбираем их. Вот. Ага. Потому что сейчас будет очень... А как они туда залезть наверх? Опа, у них тут есть еда. Подожди, а что не раст... Подожди, а где вход? Я чё, я тупой, что ли? А где вход? Я лестницу вижу.
Ладно. Ага, тут вода есть. Подожди, это что, капуста? Ой, замечательно. Подожди, а я вот это могу делать? А нет, не могу я делать. Тут у них ягода есть, да? А, это помидоры. Я думаю, это самый. Тут помидоры, овощи. Едет на кобыле, тут на скорой помощи. Пошли. А я могу наверх подняться, посмотреть, что там у них есть. Свекла это. Изумруд один, картошка. О, кстати, вот это хорошая вещь. Оденем сразу же. Здравствуйте. У них тут... Ух ты, лопата! Печеньки! Неплохо они живут. Да отдай картошку. Проигрыватель. Опа, броня. Неплохо. Так, одеваем. Штаны. А, спасибо, пацаны. Хотя бы у вас есть что покушать тут. Тут что-нибудь есть? Картошка опять, как у бобы. Саженцы. Сейчас все облутаем. Книга, зачем мне книга? Картошка. Я вот только не понимаю, где кровать их. Железный. О, у меня железный меч. Не увидел, кстати. Железный меч есть у меня. Тут еще проход сюда вот наверх. А вот две кровати тут есть. А ну-ка, поставим сюда. Спаунпоинт. А, картошка. О, неплохо. Блин, крафтинг тейбл есть тут. А есть этот самый. Кстати, мне нужно будут жители. Мне нужно жители. Много жителей, кстати. Давай я их. О, блин, жители, конечно. Я молодец, ребята. Паша, а где я буду жить-то? Здравствуйте. Ага. Это что? Жемчужина? Ага. Так. Так, саженцы, нафиг. Короче, я... Зачем мне гнилой томат? Короче, я... Так, надо построить сундук, во-первых, и начать где-то жить. Или в пещеру, кстати, надо зарыться где-нибудь. Серьезно, тут ядрит калачи, тут этот самый пневмокрафтер. Пневмокрафтер. Вот такой вот примерно деревня должна быть. Серьезно, ух ты ж. Тут компьютер. Сейчас будем Half-Life 3 играть, ребята. А покушать есть у меня? Да, у меня печеньки есть. Кстати, я не просто так их собираю, ребята. Они мне нужны будут для этого самого. Знаете, для чего жители нужны будут мне? А, мне нужны будут библиотекари. А, много библиотекарей. Ага. Здравствуйте. Ой. Кто?
Кто? Подожди, там кто это был? Пацаны, вы... А, это они нападают на этих? Я думаю, кто их там так гасит сильно? А как сюда войти? Ой. Опа-на, я вижу халявное железо, ребята. А! Здравствуйте. Фу ты, черепаха это. Так, всех жителей я вроде бы собрал. А, тут был. Я пещеру нашел, да? Блин, мне... Подожди, этот пацан продает что-то. А, это пневмокрафтер. Пневмокрафтер, пацан. Я понял. Короче, у меня полный инвентарь, я не знаю, куда его девать. Подожди. Шапочка. Шапочка. Так. Давай выложим всех жителей. Ведь надеюсь, никто тут не разнесет этот весь. Так, надо поставить как-то обозначение, что я тут был. Вот туда вот крафтик тейбл поставлю. Ага. Так, печеньки. Строительные блоки. Идемте искать дальше. Неприятности на свою жопу. Ага. Там голем. Ой. Чё так... Чё, не может ничего сделать? Он прямо очень сильно... Чего? Ты чё, дурак? Чего? Кика, о, кика. Кирка. Хлебушек. Ага. Не, ну спаун хороший. О! Хлебушек. Неплохо. Ага. Итак, первая ночь. Так, доброе утро. А, давайте сохранимся и выйдем.
Минуточку, я сейчас зайду, посмотрю кое-что. Я не знаю, сколько ему нужно, чтобы он нормально работал. А, он запустился, да? Окей. Да, он запускается. Да, он запускается. Опять написано No Responding, но он запускается. Как вы видите, он запускается. А ждем, пока он запустится опять. Он говорит, что... Так, он говорит, что надо 12 гигабайтов. Что 12 гигабайтов надо для запуска этого модпака. Но поскольку я положил еще моды, рекомендовано продолжить. Так сказать, дуракам закон не писан. Сказано 12, но мой 15 сойдет. Сейчас самое главное это... Сейчас самое главное, сейчас загружается, если что, ребята. Сейчас самое главное это что там было? Накопать уголь, до алмазов найти. Вот. И все будет окей. Давайте я сделаю вот так вот, ребята.
Thank you.
Yeah.
Ha.
Ha.
Thank you.
Ha
Thank you.
Ah.
Thank you.
Mm-hmm.
Huh.